Снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены. Мы проходим сейчас специальный мануальный массаж, да, и у нас он включается от ягодиц до макушки делается. Почему? Потому что это все мышцы друг с другом связаны, переходят в фасции, мышцы заканчиваются сухожилиями, вот, и сухожилия, которые вот крепятся к голове, да, они переходят в сухожильный шлем на черепе, да. На черепе также есть мышцы вот здесь затылочные и височные мышцы, да. И поэтому, если мы их не проработаем, то, вот, например, не отпускают натянутые укороченные мышцы шейного отдела, и люди продолжают жаловаться на головные боли, на метеозависимость, хроническую усталость и так далее, да. Поэтому эту часть мы тоже волосистую обязательно обрабатываем. Но по правилам эргономики мы не обходим человека просто так, да, а всегда что-то делаем в момент того, как сменить нам позу или стойку, да, чтобы не отвлекался человек и руки мы не отрывали лишний раз от тела. Поэтому, ну, это сеансы мы начинаем как отдельная. Плечо-лопаточная зона у нас, если зона только работает, то тоже до лопаток, от макушки до окончания лопаток. Опять же, почему? Потому что ременные мышцы идут до 5-6 позвонка грудного, да, и нам вот как раз где лопатки примерно заканчиваются, да, то есть нам до этой зоны надо отработать. Это если шейно-воротниковый массаж, да, а если, ну, ШВЗ, сокращенно ШВЗ. А если мы работаем со спиной, да, то тогда начинаем с переходного момента, вот я написал сет 0, переходный. Вот человека отработали, да. В этот момент мы ему говорим, а теперь кладем руки под лоб, заканчиваем все делать, что там с ним надо, да, прикрыли там, накрыли, и в этот момент сразу же начинаем переходить к шее. Разминаем шею. Начинаем, теперь все движения идут от периферии в сторону сердца, то есть вниз. Вот берем прямо, где вот мышцы касаются, здесь начинаются, да, стыкуются, вот пальчиками так, круговыми движениями. Прорабатываем достаточно плотно и жестко и уходим вниз. Под ключицу туда гоним лимфу, вторая рука наплывает сверху. Туда наплывает сверху, туда наплывает сверху. Теперь растираем инвертированными ладонями, вот так вот перепонками получается между указательным и большим пальцем. Быстро, быстро передаем тепло и сверху вниз. Переходим на трапецию с этой стороны и с этой стороны. Теперь саму мышцу растягиваем туда-сюда, переходим на трапецию туда-сюда, вот ее потянули, достаточно жестко взяли, да, и растянули поперек. Теперь растянули ее вдоль, в длину, и выжимка такая. Можно выжимку ладонью сделать, да, можно пальцами вот так вот прищепить. Достаточно больно, но кому-то это даже и нравится. Если вы чувствуете мышечный тяж, идет вот леватор скапулус к лопатке, да, прям жесткий человек на это жалуется, да, то тогда берем голову, разворачиваем чуть сюда, нет, в другую сторону, вот, то есть мы ее вытянули в длину, да, и на вытяжении дальше продолжаем вот скручивать голову, да, а саму мышцу оттягиваем вот так вот от костей, от осистых отростков в бок, видите, вот такое растягивающее, удлиняющее движение. Можно, в принципе, и этой рукой делать. Ну и то же самое повторюсь с другой стороны. Голову от себя, а мышцу от позвонков. Продавливаем, клади лбом на руки. С этой стороны также мышцы проработали. Поперек, вдоль и выжимка. Теперь можно взять вот по оси, если смотреть, две мышцы с двух сторон, приподняли их, растянули и растрясли, приподняли, растянули, растрясли, приподняли, растянули, растрясли. Ну, буквально вот три зоны захвата получается. И в этот момент мы выжимаем человека, обходим и занимаем позу кибодачи. Поза наездника. Будем работать с плечами, да? И это будет у нас сет номер один, да? Поэтому об этом мы расскажем в следующем видеоролике. С вами был Олег Алавгудин. А если вы были с нами, то вы большие молодцы. По видео многому не научитесь, потому что многие нюансы
мы отрабатываем тут на практике, я ставлю вам руки, и только после этого вы уходите от меня готовым профессионалом.